Вот приехал ко мне товарищ мой. И вот это у нас Opel Astra. Машинка пострадала интересным образом. Вот зад. Не, это велосипедист. Вот. Это у меня. Во дворе мальчики. Мальчики, зайчики. Да, блядь. Ну и вот здесь вот по багажнику. Вот, досталось градом. Остальное все, так сказать. Ну, вот это я не знаю, убежать. Саня, кто мне когда убью. Честно, тебе скажу. То же самое. А остальное все, вот как мы видим. Все тут живое, целое, красивое. Вот тут еще может быть где-то глянем. Да, на боку. Я вижу. Вот по сипоры где-то как она торчала. Не помню кто. Это давно было. Вот это вот град. Ну, на боках, да. В общем, не так много, сейчас попытаемся с ним. Первым делом мы столкнулись с тем, что нам, чтобы посмотреть, как нам долезть к вмятинам, вот к этим, нам надо снять обшивочку. Вот, снимается она вот до начала, так. Шестигранничек откручивается. Дальше с ней так, продолжим. Еще раз вернемся, значит, мы выкручиваем шестигранником, и вот они. В отверстие обычные такие клипсы. Вот. Сверху 4, потом 2 и снизу 2. Вот это удалять. Ничего как бы радостного тут нету. Поскольку по зонам доступа немножко, я боюсь, будет проблемно. Скорее всего придется новые технологические отверстия будет сверлить где-нибудь вот. В этих местах. Посмотрим уже как, чего. Для начала, конечно, попробуем пошатать клеем, но сейчас для начала пробуем в свободной зоне доступа, что можно крючком достать, то будем доставать, а потом уже дальше будет видно. Вот я взял карандашик. Вот карандашик у нас непростой, а волшебный. Внуков отобрал. Это карандаш. Который типа гель, не гель, какая-то фигня. Ну, короче, он лакокраску не портит. Тут взял, сделал умное лицо, разрисовал. Теперь вообще испортил машину. Были тут ямы, стали бугры. Что теперь делать, никто не знает. Вот. Сейчас будем их забивать назад. Мы пробежались по багажнику. Большинство тут ушло, кое-где еще осталось, но клею это можно, если что, потом посмотреть. И вот тут интересная есть заломчик на стойке у нас. Вот он, такой красивый. Попробуем его сейчас сделать. Здесь у нас вот она была, вмятина. Еще как бы можно шлифануть, повернуть, и будет вообще хорошо. Вот они следы, как бы то, что осталось. Но опять же, я еще раз говорю, шлифануть, повернуть, и все будет зергут. Вот мы берем в отраженке вот, чуть-чуть вот. Чуть блин. Так, смотрим. Вот здесь вот вмятинка была. Вот здесь была. Вот и багажник наш. Кое-где, конечно, не получилось. Остались небольшие вмятинки. Мы просто не стали сверлить дырки. Работалось только клеем, и там в одно или два места я смог залезть крючком. Так что хозяин он улыбается, доволен. Я доволен. Вот. Все равно решили не дырявить машинку. Здесь вот под фонарем сделали отверстие, залепили потом. Ну, здесь тоже чуть присыпано было. Вот, как бы более-менее все наладилось. Ну так. Да. Ну, тебе уже. А дальше уже работа, если что, крючком.
вариант один, что вариантов нету.